Рамента, рамента, рамента. Народ мой, народ мой, я есть Бог любовь. Я есть Бог, любовь, который пришел на эту землю, чтобы спасти всех живущих на этой земле. Я есть Бог, который создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Но как мне нужны смиренные, как мне нужны сокрушенные, которые трепещут пред словом моим, пред именем моим. И как это трудно, народ мой, смиряться тебе, ибо гордость и гордость, она ветви хочет распустить на этом месте, и она пытается и пытается, как спрут разбрасывает эти ветви, и кто ловит рукой своей, и как потом беда, а я говорю, я есть Бог, который говорил, говорит и будет говорить тебе, народ мой, только с сокрушенным сердцем, только с кротким сердцем я буду совершать дело свое. Потому говорю тебе, народ мой, не удлиняй времена, предопределенные для этого места, не удлиняй, народ мой, но сокращай смирением своим, чтобы я мог делать то, что определила мышца моя, ибо великое для этого места приготовил, но не могу из-за того, что не готов ты, народ мой, а я сколько с тобой беседую, а я сколько с тобой говорю, и враг вышел очень большой яростью для того, чтобы ты не смирялся, для того, чтобы ты был увлечен. А я говорю тебе, народ мой, я хочу, чтобы ты был увлечен мной, словом моим, истиной моей, кротостью, смирением, почтением и любовью от меня. Все непросто, народ мой, очень непросто, ибо труд любви, он не дается просто, борьба и борьба. Не воюй друг с другом, народ мой, не воюй с плотью, народ мой, ибо это борьба духов, а люби друг друга, благословляй друг друга, хвали друг друга и хвали Господа твоего, что Он привел тебя на это место, что Он сохранил тебя до сего дня, что Он благословляет тебя, дома твои, что милость и мирное небо, и поток милости и благодати еще льется, и что я говорю с тобой, народ мой, ибо если бы ты остался, я ничего не сказал, и ты подумал, что все хорошо, и если ты думаешь, что я молчу, неужели ты думаешь, что я не слышу, неужели ты думаешь, что я не замечаю, о, как нужно тебе смириться, чтобы получить от меня благословение, ибо ты говоришь, Господь, благослови, о, как я хочу тебя благословить, народ мой, о, как я хочу благословить церковь свою, но говорю тебе, не мешай мне сам своим непониманием, своей жестокостью, ибо жестоковые сердца у тебя бывают, а я говорю тебе, проси, чтобы я помог тебе, я Бог любовь, я добрый Бог, я пришел сегодня тебе сказать, что я люблю тебя, что я хочу помочь тебе, народ мой, соединяйся, сполочайся, я хочу, чтобы ты имел единство духа в союзе мира, и тогда моя милость, и тогда моя благодать, она будет изливаться потоками великими, ибо ты говоришь, Господь, ты все говоришь, но не делаешь, потому что ты не делаешь и тоже говоришь, ибо в молитве много мне говоришь, но как мало исполняешь, а я говорю тебе, как много я тебе сказал, но как мало ты от того исполнил, как мало ты от того услышал, и порой я говорю и говорю, и возбуждаю тебя, это чистый смысл, чтобы ты мог войти в обители мои, чтобы ты мог приблизиться со мной, чтобы ты мог имел эту близость со мной, народ мой, ибо время очень, очень лукавое и последнее, народ мой, и враг очень хитер, он хочет расшатать веру твою, он хочет разъединить и разбить, а я пришел соединить, в монолит соединить, в единство, в любовь, в силе своей,
народ мой, возревнуй, возревнуй, проси меня милости, проси, чтобы я освящал тебя, и я буду помогать, я Бог, я обладаю великой силой, разве для меня есть что невозможного, чтобы помочь тебе, сердцу твоему, разуму твоему, мышлением твоему, обновить дух ума твоего, ибо как это просто, непросто, ибо война, война за разум твой, народ мой, и порой ты сам не понимаешь, почему так происходит, почему происходит в сердце твоем, почему как бы настроение, я говорю тебе, вера это не настроение, вера это дай аминь, действующая любовью от начала и до конца, и я в твоей жизни альфа и омега, и я в твоей жизни знаю, что тебе дать, и я в твоей жизни знаю, что тебе изменить, и потому говорю тебе, народ мой, убойся Бога живого, убойся Бога живого, смиряйся, ибо я долготерпеливый Бог, многомилостивый Бог, но я хочу тебе сказать, что я есть Бог, который исполняет Слово Свое, как написано, и я бодрствую над Словом Своим, потому говорю тебе, покаяние меняет все в твоей жизни, потому приходи ко мне, и приходи, открывай все мне, народ мой, и я буду очищать, и я буду прощать, и я буду миловать, и я буду созидать, ибо я хочу великое созидать на этом месте, чтобы ты увидел, что я есть живой Бог. Я хочу, чтобы ты не только увидел, уверовал, и сам был в этом действовании, и сам был в этом труде, ибо труд предстоит, духовный труд предстоит, а кого взять, народ мой? Я просматриваю, и говорю, кого взять? А я говорю тебе, вот такой, как ты есть, я пришел, вот такой, как ты есть, я взял, для того, чтобы постыдить значущих, потому что я есть Бог великий, я обладающий всем силой во мне, и только слава моя, и я ее никогда никому не отдам, ни одному человеку, как бы человек ни стремился, что бы человек ни делал, слава принадлежит мне, но я хочу, очень и очень хочу славиться через своих детей, ибо я очень хочу радоваться своими детьми, как я хочу, народ мой, чтобы ты был радостью для меня, чтобы ты хвалился мной, чтобы ты хвалился моими милостями, моими щедротами, моими действованиями, чтобы ты любил меня, любил церковь, ибо я собрал тебя вот такую, такую, как ты есть, разных, очень разных, и я полюбил тебя разного, такого, как ты есть, и я находил тебя там, где ты бы не думал иметь и искать меня, но я нашел тебя, это я тебя нашел, народ мой, это не ты меня искал, и я полюбил тебя грешного, когда ты в грехах был весь, когда ты был в этой яме грязи, я достал тебя с этого омута, я дал тебе жизнь, я дал тебе будущность, я дал тебе надежду, приди в себя, народ мой, восстань, проснись от всего ненужного, оживись от всего ненужного, начни этот листок, где я взял твой лист и пригвозил, где ты был наказан и дал тебе новый лист новой жизни, этой жизни во мне, народ мой, и я хочу, чтобы этот лист был заполнен благословениями от меня, стремись этому, народ мой, возревнуй об этом, народ мой, и я тебе помогу, я есть Бог, который помогает народу своему, я Духом Святым пришел, чтобы помочь тебе, нет, народ мой, я созидаю, и никогда врагу не удастся ничего развалить, то, что созидает Бог великий, и я созидаю это место, и буду созидать его до конца, народ мой, а я говорю тебе, приди ко мне в простоте, приди ко мне в покаянии, и я изменю ситуацию, я изменю все в сердце твоем, я изменю все в разуме твоем, и дам тебе благословение и радость в Духе Святом. Аминь. Аминь.